смотри, смотри, какая пасть у него. Как у бегемота. Да, точно, как у кита. Как у кита, да? Так, сколько стоит одно колесо? 250. Все, тысяч? Одно колесо. А сам сет с головой сколько? Брат, ты сколько ростом-то? Мы еще по старым ценам. Андрей, или кто? Кто тут у нас с колесо ростом? О! Почти 1,80 м. Брат, сколько у него это? Игорь Александрович, сколько у него высота колеса вот этого? Ну я не знаю, если Андрей сколько? 185. Почти 2 метра. Я с колесом. Сломается колесо, как вот его снимать-то, ремонтировать? Без трактора не обойтись. Ну еще теперь тебе. Поздновато, конечно. А где брат Николай-то? Чего его здесь нету? Поздновато, что поздновато? Ушли. Догадайся. Да, вот это да. А кто его пригнал сюда? Ленти. 7 часов выехал. А где он готовится? В Санкт-Петербурге. Российский. А у тебя такой-то, где он такой был-то? Вон он? Да. Сгожишь? Помогите, Господи. Ой-ой-ой, как будет жалко, когда вот это всякой пакости творят. Это тоже новое? Да. Ну, это в прошлом году. Это сколько стоит это? 2-300. Ну, это все-таки поднимает, а намного больше грузишь. Он себя оправдывает теперь? Да. Помоги, Господи. А сейчас только стоит. Как он его... Ой-ой-ой. Тут многострадальная машина твоя. Как мы ее выколачивали сюда. Так батюшка заплатил тогда, говорю, деньги-то. Да, батюшка. Ну, это я с ним-то легче всего рассчитаться. Нет, а, ну батюшке там Лена потом должна была отдать уже. Так что и батюшка уже. Лена Гладыщук, они там собирали сообщество. И... Так они сейчас купили 2 холодильника. Один нам, другой привезли. Тоже батюшка рассчитался, надо как-то. Как горячее будет, вообще. Он уже вот теплый. До сих пор теплый еще, да? Так он просто ехал, еще не работал, а когда он работает, это будет. Это да. Большая железяка. Кировец. А, так это Кировец. Это же Кировец, это не 150-й. Тот-то, конечно, не. Что, завести его, нет? Давай. Да ты закройся, закройся сначала. Я смотрю, у Исаака глаза горят. Прокатиться. Смотри, Володя, а? Полез. Да. Ну что, что полез-то? Давай. Если заведу. А что? Это что за место всех рычагов? Ну, вот я не знаю. А вот эта главная клавиша что означает? О. Ой, что это? Не знаю. Ну лучше не лезь. А где этот сам Терентий? Да, что-то у тебя там это замкнуло, ты почувствовал звук? Ой-ой-ой. Знаешь, испугался. Я ехать не буду, я не знаю, как еще. Ну, там жестик. Ну.
Кнопочки всякие. За место рычагов джойстик. Обойди два комбайна вот этих комбайна. Объясни, этот комбайн из-за этого, в Америке, что ли? Это белорусский. Кирилл делает, да? А сколько он весит? 15 тонн. Ну интересно, на Западе такие на поля не запускают. Он раздавливает все это микрофуртуру. Да там тоже запускают. Есть такие? Больше Беларуси не запускают. Вот штука какая. Я не понимаю ничего в этом. Ну как? Ощущения, Николай Георгиевич? Как не в «Шевроле». После чего? Колеса какие-то. Даже чуть выше. Это выше, да. Кирайц. Кирайц. Давай, обеспечай работу. Один в этой деревне должен это делать, а остальные на этом, на помощника. Больше никого нету. Ты всем работу даешь. Не обижай в заработке, как он Андрей-то, это Андрей говорит. Женя Долгов, он платит хорошо, говорит. Узнай у него цены, все. Как? Он там, кроме этого, там отходы дает, сколько свиней, кто держит. Я слышал так краем уха. Остальное Господь осмотрит. Делай без молитвы ни шага никуда. Вот видишь, у него зеркала со всех сторон. А твои воскресенья в совести, совесть прикасаемые. Вот она стоит такая. Фары-то какие, смотри. Смешные. Сейчас впереди, да? Смешные какие-то. Смешные, да? Как на велосипеде. Кто с той стороны не зайдешь? Ты внутри А что у него фары такие небольшие сделаны? Ну вот такие разные. Дневного света там надо-то всего лишь. А светят сильно. Сильно, да? Да, мы ночью смотрелись. Сильно. Всего лишь. Так, алло. Давайте сюда все соберемся, помолимся об одном деле. Чтобы Господь все сохранил. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создал меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав, ты грешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Мы просим Твоей милости и защиты, Господи. Все здесь находящееся сохрани и жизнь хозяев. И сердце их да будет щедрое на помощь бедным. На сохранение воскресного дня неприкосновенным. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Надо как-то сделать, чтобы у тебя ночью это все-таки под присмотром было. Как? Наблюдение. У меня собака злая. Дорого на меня. Собаки кусочек колбасы для меня работают. Игорь, а если пустить? Попробуй, чтобы он бегал. Ну все. Прям до конца.